О, включилось. Оффроуд начинается несерьезным внедорожнике. Слышишь, тут такая конструкция. Вообще, что не вылетишь. Так, о! Только осторожно, Антоха, осторожно. То я, у меня же одна рука, одна занята. Очень опасно, говорит. Ё-моё, куда я сел? Ёлки-палки. Застряла машина, его надо вытащить. Стой, стой, тормози. Макс, заходи. Подожди, Макса забыли. Блин, мы как сиамские близнецы. Костян, поехали. А он застрял, надо. Как мягко. Ёханы. Да? Бабай. Ну так впереди же независимая, да, впереди? Ого, тут воды сейчас. Слышишь, блин? Так, кто-то сзади едет Нива. Ну да, этот человек нас так не оставит. Не спеши потихоньку, тут можно застрять. Ёлки же, где? Куда смотреть? Вот и Нива. Ох, Нива. 3 литра. V6. Тут сейчас нормальное место будет. Тут он так уже не посверлит. О-о-о-о. Разливчик, да. Смотри сразу, как он снизил скорость моментально. А Нива вперед пошла. Давай, давай, ты первый. Куда? Стой. Подожди, Антоха. Ты тут можешь застрять. Ты знаешь? Поехали. Где застрять? Вот тут можешь застрять. Вот это провалился. Да не, ну тут жестко. Ё-моё. Блин, а я сапоги забыл одеть. Ёлки-палки. Антоха, Антоха, подожди, надо в лагерь вернуться, сапоги одеть. Стоп, Антоха. Чего вы да все ты намочил нас. Давай, выпусти меня. Ты что, ходишь? Так, так больше не делай. Ёлки-палки. Это жесть вообще. Надо прятаться в Ниву, наверное. Подожди, мы тут застрянем. Правее, правее, еще правее надо. Правее надо было, блин. Правей, правей, правей! Правей, это левей! Ух ты, блин, как она едет, котлетка. Да, это вентиляторы. Блин, класс какой тут, елки, первозданное все. Ниву забыли. Очень резко стартанули, сапоги не одели. Штурмана не слушает. Перенеси меня слышь, туда. Штурмана не слушает. Перенеси меня, мне сапоги надо поехать взять. Сейчас будет экшен? Да. Антон, ну давай вытягивай. Тут траектория жесткая. Держи ветки, ветки держи. Эта сторона погрузилась немножко. Сейчас по прямой поедем. Пошла, но тяжело. Тут мы Wrangler вынимали долго. Что-то еще было. Патрол тут очень долго вынимали. Места известные, но весной тут особенно приятно. Четко охлаждение срабатывает. Да, тут за столько лет уже так расколбасили. Там, смотри, можем на бок, блин. Не. Не поедет. Ты ходил туда. И туда надо тебе, понял? Оттуда туда. Тём. Очень весело. Было тут глубоко и много ям.
Так, Руслан, держись. Открой мне дверь. Не пускает. Это каркас так покрашен, как детская площадка в детстве. Что ты ехать? Да ну не утяжеляй машину, что ты лезешь? Выйди. Так, ну сейчас посмотрим, не знаю, конечно. Шансы небольшие, хотя может и пролетит. Красавчик. Давай прямо. Стой, 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 Антон. Там, там колобок сидит. Давай вот сюда, прямо и налево. Не, вот там дорога есть. Я ее прокладывал. Ну так поехали к нему. Она должна пролететь, она легкая. Хорош! Блин, немного я испачкался, мне кажется. Чуть не проехал. Чуть не проехал. Это из-за меня проблемы. Надо было брать или левее, или правее. Ну да, тут самую жесть какую-то попали. Надо было вообще по-новому, по ненакопанному. А что значит вес? Машинка легкая. Это вам не танк Белого Волка. Хотя по трансмиссии и по мотору одинаковые. Тоже автомат, насколько я слышу. Так ты на ней на кордон едешь? Геликом? Жесть. Вот этот монстр. О, вот это хорошее место. А вот тут ты правильно сейчас едешь. За что я его и люблю. Обман зрения. Да не, прямо едь под правым краем, ты пройдешь спокойно. А как же вы туда попали, елки? Сколько тянешь, столько она разматывается. Можешь быстрее тянуть. Вот тут номер как поднимается, интересно. Хорошая КамАП в коридоре. Да. КамАП нормально работает. А кто? КамАП в коридоре. КамАП, наверное, цена-качество самый вариант. О, блин! Видно, как пошла сюда, это ж Нива. Она на место стала. Так, Нива сейчас по правильной траектории может проедет. Направо! И так спущен. Правее бери, о. Ну почти. Почти проехал, что там? Чуть не проехал, ну практически, ты видишь насколько? На метр дальше прошел. На метр дальше. Прямо и не проехал. Смотри, если хороший разгон наберешь, то ты приземлишься на следующем бугорке. А там ты? Там застрянешь, там плохая дорога. Красавчики! Говорит, я проеду, тут хорошая дорога.
Хорошо, машины не тяжелые. Но то было. Отсюда не мог, можно долго вынимать, да? Говорю, машина. Там еще и ветки. Машина. Руба становится. Да. Машина раза в три легче, чем у белого волка, да, наверное? А трансмиссия и мотор такие же. Траектория номер три, говорит Макс. Как-то, мне кажется, он неправильно пошел. А не, нормально. Нормально идет. Ты даже выехал. Не, ну она легенькая. Надо ехать. А у меня она хорошо едет. Так, ну и что дальше? Пошли почти. Не очень идут. Чуть-чуть рывочек, да, нужен. Согласованные действия, молодцы. Тяни его сразу! Не отцепляйте! Отец Павло показался на горизонте. Павло очканет, глянь, всех посадил. Заезжал ты, помолился с утра возле того места, где прошлый раз крестик мы твой вырезали? Вот что копает. Нормально валит. Не вышел туда же? Да. Правее надо было. Он не туда поехал. Правее надо было. Правее надо было. Блин, сколько знатоков. Посмотрите, эти все люди знают, куда надо. Как правее. Левее. Когда ты тут проедешь столько раз, сколько мы, тоже будешь знать. Вот так-то. Нет, только один колобок. Паша, там вот так едешь. Он так едет. О, парень, все, и встрял. О, колобок вообще едет там, где даже эти. Там, где у Унимог не может проехать. Там, где у Унимог не ездит. Смотри, ля, как с этого самого сорвался. С цепи. Хороший. Колобок, колобок, я тебя съем. Все, дальше. Дальше все. Да, друзья, смотрите, что я нашел. Вот это аппарат. Даже черные номера еще харьковские. Павло, тут застрянешь, лучше не едь, Павло. Давайте передадим Руслану. Хоть как я захожу. Елки, какой тут салон, офигеть. Офигеть. Реклама. Да ты шо вообще? Кто шил? Кто шил? Пацаны. Батя. Я не испачкаю салон хоть? Да, все равно. Вытрется? А мы не сядем там такой? Да сейчас я... Блин, можем застрять, конечно. Не, ну сейчас пацаны подтянут, если что. Надо было перед Вранглером ехать. Подрезай его, еще успеешь, может. Смотри, как он едет. Смотри. Вот так вот надо... Пошел. Вот так... Ну там, да, левая сторона. На 37-е колеса. Вот. Кондиционер можешь включить? Сейчас. А там справа, там я скажу куда, там не застрянете. Да. Там нормально, да. Вот тут главное проехать. Пошел. Блин, машина хорошая, слышишь? А за что держаться? А вот нашел труба. Тут чуть-чуть ходом надо, ну. На скорости, да? Ну, без фанатизма такой, на постоянной плавной скорости. Где-то... А вы блог ведете, да? Да такое что-то. Да, да. Это, да. О, хорош, все. Давай. Ого. Так, подожди. Так, попробовать куда нам уже? Ну, уже, наверное, не попробуем. Вправо-влево. Не-не, попробуй. А что тут за мотор? Что за мотор? 2.9, да? УАЗовский? Да, да. Давай назад и попробуй в сторону руль. В сторону руль. Разочка. Да не, уже. Надо, чтобы подтянули. А рации нету? Нет. А вот это загрузка. И первый раз сели за сегодня. Сели крепко, да? Блин, ну тут немного дорога, видишь, неровная. Надо было правее. Черт, я забыл, Антоха. Да не, уже мы не выскочим. Давай правее. Попробуй вправо. Вправо и вперед. Что она орёт-то?
Не, уже подсели. На катиком, да? На катиком. Это интересный вариант. Система старт-стоп, да, я вижу, вот эта красная кнопка. На, одевай. Хорошо, как бы помогает. Слышишь, очки штурману передается, это какая-то примета, мы должны выехать или что? Ты куда, на рыбалку? СОС, кричи, СОС! Нажимай красную кнопку. По рации сейчас передадут. Да, это точно, да. А не, это эти, это завистники. Мы просто вперед вырвались просто, понял? И они это, ну, порчу. А у бородача видели, сколько в бороде волос? Это он волосину дёрг. Смотрели про Хоттабыча кино? Это же он, вот это, дублёр Хоттабыча. Отец, он же отец Павло, он же Мазай, он же бородач. Павло нас спасает! Нет, я все беру слова обратно. Павло, как ты самый лучший. Павло, спасибо. Павло спас нас. Ну что, давай вторая попытка. Не, мы по-другому сейчас поедем. Давай, надо переехать, надо, через мы неправильно. Справа поедем. Через право, да, поедем, наверное. Так, у ТВХ. Вот, смотри, как он едет, только надо влево будет раньше уйти. Или хотя можно вот так, как он, точно, ровно, по прямой, а потом за тем островом вправо. Справа там сидел. Ладно, выскочи. А как он проехал? Выскочить. Сюда не выскочим мы. Мы уже пробовали. Олег, мы пробовали, мы не выскакиваем здесь. Мы мало хода, да? Нет. Мы прямо, да? Не выскочим мы здесь. Выскочим. Ну давай, подожди, ремни пристегни штурману, чтобы не ударился. Да, Ань, держись. Аня, пристегивайтесь ремнями. Блин, этот еще опаснее Вити, блин. Слышишь, я тебе говорю, что это... Кого ты слушаешь? Дилетант! Это аматор был, понимаешь, он рассказывал. Он тут два раза ездил, блин, и то в позапрошлом году. А я тут хожу почти каждый день пешком. Ёлки-палки. А сейчас Павло зацепит. Все. Или пацаны вперед, если подтянули. Не хватает геометрической проходимости. Мы жопой, понял, видно, зацепились. Получается. 100% надо высаживать вас. Надо продавать, слышишь? Забирай так, продаю. А сколько она стоит? Сколько не жалко. У меня есть реальный покупатель, блин, любитель подобных автомобилей. Да? Давайте. Не, ну надо это. Ну все, разговаривай. Сейчас я ему буду звонить. Серьезно, я внутри сейчас, блин, мне правда жарко, кондишн плохо работает. Но много алюминия, она как А8, вся из алюминия. Это дед, Комсач. Я понял, веду в нашу сторону переговоры, давай. Говорит, смотри, отец Павло пошел. Сейчас там все седые выйдут с кузова. Так что мы без него делать будем? Да нет, та вытянут сейчас. Не, мы поедем по-другому сейчас. Павло, ты понял, как идет уверенно? Если он сейчас неправильно поедет, он застрянет, наверное. Он дорогу знает, хотя там Нива проехала. Да, проедет. Только смотри, вот там, где он едет, нам это точно так же надо, только правее все сделать. Понял? Вот возле того зеленого острова. Да проедем, давай. Короче, смотри. Да не, они нас заберут, не бойся. Только надо быстро ехать, чтобы он не успел убежать. Смотри, давай, вот смотри. Ну, наберите, может. Да нет, нас заберут, не бойся, конечно. Смотри, вот как у ТВшка это ехала, вот к тому зеленому, вот тут, короче, разгоняйся, как только что, только вот правее. Они уже уехали. Да сейчас они приедут, я позвоню, поехали. На центральный остров. На вот этот остров, и сразу за островом уходим вправо, понял, за вот этим зеленым. И после этого острова там... Рядом, переедь рядом, чтобы правее, чтобы мы ровненько стояли. Не, надо назад переехать. Все. Ну или так. Все. Да, не бойся. Мы сказали лучше не ехать. Да не, поехали, тут дорога хорошая, там не востоковая поехала. Все, коксу пошли. Ёханый бабай! Раньше надо было, пока мы на твердом были. Давай, идем, левее. Пошел, газу, и за островом направо. Давай. Стой, не газуй, сильно газуешь, чуть-чуть назад. Плавненько, сильно газуешь очень. Павло снимает, ты видел? Павло же тоже блогер, он и в церкви, и на елках. Когда снег. Давай, назад, дальше, назад, дальше, назад чуть-чуть. Хорош.
Поехали. Йохан, шо, шо? Подсел. Не. А шо за раздатка тут? Шо за мосты? Военный, снимай. Почти идет, вот так потихоньку пробьешь. Военные мосты, не знаешь? Военные, да. Военные, да? Все, стоп, чуть-чуть назад, чуть-чуть, она сейчас пойдет. Красавчики. На пазуху накидал. Что говорит? Нет, то ерунда. Главное, чтобы мы не задохнулись от этого, от душного воздуха. Все, идем нормально. Чуть назад еще назад чуть больше. Егор, давай, Егор. Давай. Стоп. Смотри, вот это когда ты остановился, не надо газовать, ты яму выкапываешь, и потом тяжело. Все, еще раз назад. И надо будет вот вправо, чуть дальше, там, за островом. Да, дальше, еще рано вправо. Прямо пока, давай, пробиваем прямо. Не, рано вправо, надо прямо. Еще назад давай. Еще назад. Надо, чтобы, короче, все перетели. Не, направо, пошли направо, право. Еще право. Красавчик, еще право. Красава. Ты шо вообще? Ты понял, ты опроверг теорию бородача. Ты понял, что ты опроверг, все. Я сижу, и мы проехали. Осторожно, лодочников не задави, там рыбаков. Так, смотри, ну тут дальше очень сложный маршрут. Сейчас я тебе скажу. Подожди, вот на УТВшку смотри, как она едет, смотри. Что за УТВшка? Вот это УТВшка называется. Магия? Угу. Нам надо, блин, там. Ну, блин, она тупо по верху едет. Не, мы так не проедем. Хорошо, сейчас надо. Да, он легкий, он не проваливается, просто по верху едет. Да. Стоп. Блин, там узко, там не. Стой, там засада, слышишь? А что ж нам придумать? Ну только сюда пробовать, мы там не перевернулись, чтобы не перевернулись просто влево. Смотри. Так а ты будешь на него падать, ничего. Без вас не справились. Смотри, вон видишь след справа, а там пенек, да, вот он? Пенек. Ну вот надо плотно к тому пеньку и попробовать попасть на вот этот остров. Где? Ты видел салон? Я тебе говорю, они за честь будут вытащить тебя. Затылок видел или? А что, ты? Уши. Да нормально, он красивый, что. Поехали дальше. Егор, я сколько Егоров знаю, они все приличные люди. Жень, он шапку поглубже одел, видел? Сейчас что-то будет экшен, мне снял вообще. Да, нормально, залетает. Залетает, да? А как тебе залетело? Куда? Да не, это в окно. Не, на вот этот остров, вот как он стоит, вот так на него. Давай, пробуй только левым колесом, чтобы не слетел. Ты правее бери, правее только бери. Сразу правее, еще правее пробуй. Только в речку не едь. Еще, да. Вот так прямо, да. Коксу. Давай, коксу! Назад! Стой, не копай. Тихо, нормально все. Нормально. Вот так пробуй. Вот сюда по прямой, так и пробуй. Не, левее не надо. Вот так и едем. Левее там просто накопано, там утонем сразу. Вот так и пробуй. Красавчик. Там уже и заедем, давай больше разгон. Не, вот так отлично. Смотри, ты накатал уже, сейчас коксу попробуй. Коксу. Отлично, видишь, наш план сработал, блин. Красавчик, смотри, дальше я знаю маршрут тайный. Сейчас мы проедем, тихо. Смотри, стоп. Мы сейчас, подожди, пусть они Ниву вытащат. Онлайн? Не, это запись. Ну, онлайн, тут плохая связь. Смотри, видишь, где стоит человек? Вот сейчас с веревкой стоит. Да. Вот нам надо сейчас будет разогнаться по прямой. Смотри, по прямой вот тут разгоняемся. И пока не ушел в воду, сразу резко выворачиваешь и прямо вот на него, вот там выход. Если ты вот попадешь на траекторию, то мы проедем сами тут. Тут мало кто может проехать, но надо знать дорогу. За ними. Не, там, то они на веревке, я думаю, заехали, они тут. Хотя, может, и, но там сложнее вообще, там очень мягко. А тут уже налет. Короче, сейчас они просто мешают нам. Лучше, как мы дома сидели.
Говорит, давайте с нами. Так это белый дельфин тебя спал. У него тайное имя белый дельфин у Криса. Я слышал уже там по видео посмотрел. Да, по видео. Видишь, он поехал как. Вот мы с ним только что так проехали сегодня уже здесь. Он меня испачкал только. Так, что можем, в принципе, можем пробовать. Посигналь, чтобы камеры повключали. Чил, давай. Вот прямо отсюда разгон бери, прямо отсюда, не стесняйся. Тут более-менее ровно. Лево, 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 лево. Хорош. Красавчик. Красавчик. Чуть-чуть, чуть-чуть назад, чуть-чуть назад. Держать надо. 20 сантиметров. Хорош, хорош, хорош. Держать. Коксу теперь, коксу. Не, давай больше чуть-чуть назад, давай чуть больше. А, они Ниву сюда тянуть хотят. Стекла, конечно, не очень прозрачные. Тонированные. Тонированные. Что тут Ниву? Ниву тянут из последних сил. Блин, ну тут они просто ее, смотри, они ее по самой жести потянули. Вот тут глубже, самое глубже места нету. Вот они по нему и потащили самую маленькую машинку. Вот она, спасли, короче, там колобок в шоке. Блин. Чуть-чуть вниз. Главное, передними не слетай полностью, да. Еще назад. Оп, хорош, да. Вот тут разгон сейчас. Максимум газ в пол. Выбивает. Двигаемся по чуть-чуть вперед. Попробуй назад еще, чтобы яму тут не накапывать. Еще назад, еще. Ты по передним смотри колесам, чтобы они не упали. Задним мостом тут высокий перепад. Задним мостом зацепились. Но задний мост потом раз и в ступеньку упирается. Хорош, 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 что уже далеко. Пробуй. Гидроусилитель есть? Давай, давай, давай. Газу, не-не-не, газу. Блин, тут не хватает коксу заскочить уже. Ну, копнули уже там просто, понял? Рулем, рулем, вправо, влево. Чуть не проехали, короче. Не остро выскочим. Влево, конечно, сложновато. Попробуй влево. А не, влево сложновато будет. Ну, попробовать можно. Лучше прямо. Не, оно уже с колеи сложно тут. Прямо? Давай прямо отсюда газ в пол и все. Что? Не едет уже вперед, да? Не, вперед. Прямо руль надо поставить. Не? Покрути рулем вправо-влево, вправо-влево. О, вот сейчас пойти должна. Газу. Право, право руль. Лево, 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 лево. Давай, 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 давай. Газу, 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 газу. Право руль. Ну, видишь, мы на это место попадаем это и все, да. Давай мы втроем выйдем, и ты заедешь. Давай мы втроем выйдем, и ты заедешь точно. Попробуйте. Много не продуман выход вот это с машины. Сейчас мы выходим. Сейчас, Егор, сейчас мы выйдем, и ты выйдешь сам. Так, я думаю выскочить сейчас. Сейчас будем подсказывать. Егор недавно в оффроуде. Все точно так же, по прямой назад и коксу, и выйдешь сейчас. 100%.
Перчатки одевай спортивные только. Пробуй отсюда, да, пробуй отсюда. Все, в газ пол и выйдешь сейчас. Давай, рулем, рулем, рулем. Все, видишь? Не ожидал, да? Ты понял, что? Что такое 200 килограмм в машине? Да. Это из-за нас у тебя проблемы. Он уже не продает. Он уже не продает. Все, уже не продаю, да? Так, мосты военные. С военного УАЗа. Разул борода, отец Павлу Ниву. Разул тянул в бок.